сегодняшнем видео. Блин, я думала, что все будет намного проще. Это может быть химический ожог. У меня кружится голова уже, не могу. По-моему, у меня пошло раздражение. Нет! В этом видео я не буду стесняться. Я буду кричать, я буду орать. Майка не осветляется вторым слоем. Я выключаю камеру. Всем привет, друзья, с вами Маша, и сегодняшнее видео будет, пожалуй, довольно-таки необычным, потому что я не стала выстраивать свет, картинку, просто поставила камеру даже не на штатив, а на коробку. В общем, сегодняшнее видео я решила посвятить своим кастомам, своим переделкам, даже, я бы сказала, своим поделкам. Сегодня разговорная часть видео будет в таком непринужденном и свободном формате. Короче, ребята, начнем это видео, пожалуй, с самой долгой и мемной части, а точнее, с того, как я пыталась создать эффект тай-дай на своих вещах. Короче, друзья мои, всем привет, не обращайте внимания вот на это, я не могу это убрать вообще никаким образом. Сегодня мы с вами будем создавать эффект тай-дай. Ну или как там это называется. Итак, у меня сегодня есть вот такая вот потрясающая маечка, которую я хочу закастомить и сделать эффект тай-дай. Она старая, вся в катышках, но пойдет. Далее у меня есть вот такие вот потрясающие джинсики, и их я тоже хочу сделать в стиле тай-дай. Может быть, потом что-нибудь тоже закастомлю, но не знаю, посмотрим. Проблемы начались, в принципе, с самого начала, потому что я не знала, какую белизну нужно купить, а также как ей пользоваться. Я даже не смотрела каких-то там видеоуроков. Я просто решила импровизировать то, что я делаю в своей обычной жизни. Давайте взглянем на то, как я пыталась, собственно, эту импровизацию применить на деле. Вот, короче, я положила вещи, буду осветлять в ванной. Я купила отбеливатель. Знаете, вот эти вот домохозяйские покупочки. Вот, ладно. Давайте почитаем с вами. Санфор, белизна, гель. Отбеливает, чистит, удаляет пятна. Три в одном. Многофункциональное средство. С инновационной формулой отбеливания и удаления пятен. Эффективно для чистки сантехники. И почему он весь в дерь... Как держать? Так, ну как пользоваться? Санфор, белизна, гель. Так. Опасно. При попадании на кожу вызывает раздражение. Блин! На упаковке этого отбеливателя я увидела, что на руках может появиться раздражение, если делать это без перчаток. Я нашла у себя дома какие-то рандомные перчатки, надела их, но они не особенно спасали ситуацию, и раствор попадал даже сквозь них. Да, даже так. Поэтому я сдалась, и просто после того, как на мои руки попадал отбеливатель, я сразу же их мыла с мылом, и мои ручки в порядке. Фух, перчатки найдены, надеюсь, все будет хорошо. Я почему-то очень хрустит колено. Вот этого, блин. Маечка вот так. Я начну с майки, потому что, ну, по факту, с ней обосраться не так уж и страшно. Она старая, все дела. Вот, короче, погнали. Ну, не знаю, воняет. Все? Ну, надо, давайте вот так вот размажем уже сразу, чтобы будем придавать... форму, мы потом руками как-то придадим эффект тай-дай. Я очень люблю прислушивать свои голосовые в эффекте 2x, поэтому погнали. Так, что делать дальше? Так, я нанесла, что делать дальше? У нас 800 грамм, нет, не надо. Воняет. Который свой холодной водой замочить на 10 минут. Прополоскать. Далее стирать, как обычно. Ох, как воняет. Фу! Очень воняет химией, хотя я люблю этот запах. Но не этот, похоже. Тут надо было какой-то раствор готовить, но я не буду готовить. На 10 минут оставить. Ладно, нормально. Ну, пусть будет так, ладно. Да. А как думаете, надо запаковывать вот эти железные штуки? Ну, вот мы с вами и проверим. Давайте, красиво хочется, чтобы было. Блин, мне еще мешает шторка. Шторку уйди. Тихо, тихо. Тихо, у меня стресс. Воняет химией ужасно, не советую, короче. Так, что мне делать с этим? Мне это надо слить. Куда? Была, не была. Буду делать все в ванной, я сдаюсь, на самом деле, делать все это дело в тазиках. Какое-то говно получается. Ну, чуть-чуть не так, как я хотела, но в целом нормально, нормально. Ну вот, посмотрите, как осветляется. Видно, не видно. Ну, короче, вот такими вот какими-то фигнями. С майкой она справилась на ура.
Ну, хотелось бы, чтобы она справлялась так же на ура и со всеми остальными вещами. Потому что, сами понимаете, хочется быть красивой. Ну, либо чтобы получился достойный кастом, как бы, да? Как воняет! Майка не осветляется вторым слоем! Нет! Нет! Смотрите, вам не видно, а мне видно. Я потом, когда будет финальный результат, покажу. Смотрите, там желтая вода! То есть желтого цвета не будет? Нет! Прошу прощения за себя. По-моему, у меня пошло раздражение. Поперли. У меня руки покраснели. Срочно моем. Ручки мои, ручки. Я прошу прощения у вас. Это может быть химический ожог. У меня кружится голова уже, не могу. Еще одна проблема. То, что у меня дико провоняла вся квартира этим химическим раствором. И у меня дико кружилась голова во время того, как я всем этим дышала и отбеливала вещи. Поэтому сразу же после досъема видео я положила все в стирку и просто выбежала из квартиры, не забыв открыть все окна. Получилось. Вроде бы такой прикольный эффект тай-дай получился. Сзади, конечно, не очень. Но спереди вообще огонь. На джинсах у меня получился вот такой вот результат. А вот и первоначальный скетч, который я набросала для майки и джинс. Майку я раскрасила акриловыми красками. Сейчас вам покажу, которые я использовала. Я использовала вот эти вот акриловые краски. Вот как на мне выглядит эта маечка. Тут губы, нос, ухо эльфа, потому что я обожаю такие уши. Плюс язычок, который получился, пожалуй, наиболее странным. И глазик. Если вы досмотрели до этого момента, я вам безумно благодарна, что вы смотрите вообще мои видео до конца. Вот. Спасибо, да! Что ж, вот такое вот видео у меня получилось. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если так, то ставьте ему лайк. И не забывайте подписываться на мой канал, на Инстаграм. Да, на Инстаграм тоже подпишитесь. Ну и всем пока-пока. И удачи!